Вітаю в ефірі першого міського проєкту «Мадня». Мене звати Ганна Штонда. І не дивлячись на те, що сьогодні робочий понеділок, в студії поговоримо про відголоски минулих вихідних. У піжамах просто неба 10 серпня відбувся вже 8-й щорічний фестиваль «Артишок». До речі, кожного разу організатори літньої події, вони вражають містян новими тематиками вечірок та своїми креативними задумами. Цього разу піжамна паті зібрала купу прихильників такої затишної атмосфери та домашнього одягу. Звичайно ж, не обійшлося і без родзинки фесту. Це мильне тістечко, яке, до речі, стало рекордсменом України за своєю вагою. Як проходила піжамна вечірка та чи легко потрапити до книги рекордів України? Саме про це ми поговоримо в студії з нашою гостею, але поки що до вашої уваги пропоную сюжет. Артує і шокує. Ми на 8-му криворізькому фестивалі «Артишок у піжамах». Поїхали! Найгарніші та кумедні піжами зі своїх шаф дістали усі прихильники домашнього одягу. 10 серпня можливість вигуляти спальний лук та відчути себе у колі своїх надав фестиваль «Артишок». Організатори стверджують, що разу дуже ретельно підходять до вибору тематики майбутніх вечірок, тому і вирішили поцікавитися думкою прихильників фестивалю і цього разу. Одноголосно криворіжці вподобали зручність та невимушену обстановку для суботньої події. У нас очень прикольные на сегодняшний день запланированы штуки. У нас локации максимально участники готовились. Кто-то в пижаме, кто-то в подушках. У нас здесь огромная кровать. Мы, короче, прыгаем на этих кроватях, бьемся подушками, перья летят. В общем, атмосфера максимальной расслабленности, удовольствия и кайфа. Просто хочется в этом городе классно отдыхать. Некуда пойти, и мы решили сами создать этот движ. И спасибо людям, что они нас поддерживают и приходят к нам в гости. А ще головна родзинка фестивалю – лежить тісто не можна з'їсти. Тут тобі і миловелетень у вигляді тістечка, яке побило минулий рекорд України. Бо важить цілих 84 кілограми. Тому й не оминули таку подію представники Книги рекорду України. Кажуть, що вже не сподівались побачити ще більше виріб, аніж минулого року у Львові. Криворізьке мило переважило минулорічного рекордсмена на цілих 6 кілограмів. Диплом действительно нашел своего победителя. 84 килограмма мыла, которое многослойное, которое сложное. Я была крайне удивлена, увидев еще сверху огромное количество малинок и узнав, что это тоже из мыла. Зручні ліжка, подушки та ковдри – усе у найкращих традиціях піжамної вечірки. «Артишок» дарує круту можливість відвідати смачні страви просто у піжамах. І, звичайно, величезна лінія фудкору та страви на будь-який смак. І куди ж без фото на згадку з яскравих фотозон. І, звісно, дружній колектив аніматорів «Артишок» розважав відвідувачів фестивалю на повну. Да, я считаю, что это развивает наш город и наших людей. Это очень круто, чтобы попробовать какую-то новую еду, новые игры, искусство посмотреть. Это очень круто для нашего города. З порожніми руками з фестивалю піти також неможливо. Бо кремнички криворізьких дизайнерів так і манять, аби щось придбати. Самі ж учасники кажуть, енергетика фестивалю надає заряд для нових ідей. Я уже 8 лет вообще занимаюсь своей творческой деятельностью. И вот в этом году уже у меня все всячески, что Таня, ты там должна быть. Поэтому первый был пробный. Ну и вот затянуло так, что третий уже подряд. Но у меня вообще узкая очень такая специализация, я бы сказала. Поэтому я приучаю наш город все больше к тому, что шляпки нужно носить. И учу наших женщин их все-таки носить. За 3 роки «Артишок» став для криворіжців найочікуванішою подією літа. Кожного разу він дивує своєю кількістю різноманітних локацій та незабутньою атмосферою. Інна Бугайова, Микола Нечепуренко, Перший міський. Ми продовжимо це проєкт «Мадня» і сьогодні вже про 8-й фестиваль «Артишок» та про новий рекорд України будемо говорити з Анною Терещенко. Вітаю вас, Анна. Добрий день. Це, до речі, та сама людина, яка зварила мило рекордсмен. Давайте трішечки відійдемо так від самого фесту. І мені дуже цікаво дізнатися, звідки у вас з'явилося таке захоплення, як миловаріння?
Я всегда... Здравствуйте еще раз. Я всегда люблю шутить, что декрет женщины делает страшные вещи. Ой, Сон, да, в чем на самом загадка? Деле, да, я увидела по телевизору первый раз, как варят мыло, и подумала, почему бы и не попробовать. И как-то меня это захватило. Из первого кусочка у меня все вышло, и там дальше понеслась. В общем, меня и скільки років ви вже займаєтесь? В этом году будет 6 лет. Нічого собі. З декрету вже вийшли, да, але на роботу попередню повертатися не збираєтеся, так розумію. А я взагалі, от, можна сказати, що це ваше тільки хобі, чи вже на даний час дійсно офіційний спосіб, аби заробити? І наскільки це вигідна справа в наш час, якщо не секрет, звісно? Ні, це не секрет. Я занимаюсь, поскольку уже этим давно, но также я имею линейку косметики, собственно, производства. То есть это вся уходовая линия средств, начиная от детской косметики, от момента рождения, заканчивая мужской. Это крема, шампуни, всяческие средства по уходу. Также солнцезащитная линия, ну, в общем, все, что только возможно. Конечно, этим можно заработать, я ни за что не хочу возвращаться на старую работу. Потому что я люблю свое дело. Каждый раз, ну, как бьюти-новинки, ты тоже стремишься что-то новое изобрести, придумать. Тем более, как рождаются новые рецепты. Что-то пишут, алло, Аня, нужно то-то и то-то. Давай попробуй что-то сделать. Хорошо. Я изучаю эту тему, пишу рецептуры, знаете, как чуть-чуть crazy ученый. Все записываешь. Как там. Певна чародійка, там что-то чаклуют, да, так, над зілячком якимось. Да. Тестирую потом. Это все расходится по моим девочкам, они пробуют, моим клиентам, которые уже многие годы мне доверяют, и таким образом, то есть, появляются новые продукты. И да, этим можно заработать. До речі, як складно було набрати таку певну аудиторію, яка вже стане постійними клієнтами? Ну, как-то не могу сказать, что это было очень сложно. Ну, видимо, все-таки моя продукция находит своего покупателя. То есть по она чуткам, работает. Так расходилась? Да, и сарафанное радио. Ну, сейчас у нас развиты, да, соцсети и различные, то есть всякие тоже. Также фестиваль «Артишок», на котором я уже не первый год участвую, тоже там я нахожу своих людей. А, до речи, от про соцмережі ви згадали, де вперше презентували, якщо пам'ятаєте, можливо, там це було мило, так, з ручної роботи, мило хендмейд. І чи допомогла вам у цьому дійсно соцмережа? Да, конечно. То есть непосредственно в соцсетях я і начала продажи свої. Ну, тоді ще, коли ще був контакт. То есть так, таким образом создавался мой... Ну, сейчас у меня уже работает сайт, интернет-магазин, где можно зайти и совершить покупку, сделать заказ. И я всегда работаю под заказ. То есть всегда свежая продукция изготавливается для вас. Ну, то есть... Нет наличия. То есть это всегда залог того, что свежая продукция и изготавливается лично для вас, может быть, даже с учетом каких-то требований, либо замечаний. Ну, то есть мне там лаванды меньше, чего-то больше. Ну, вот как-то так. Давайте про ті речовини, з яких все-таки готуєте свою продукцію, то ви сказали дуже цікаво, що готуєте навіть косметичну певну продукцію, да. і для чоловіків, і для жінок, і для діточок. Але ж це дуже такий відповідальний крок, адже шкіра так малят, вона дуже така вразлива, скажімо так. І наскільки ви впевнені в своїй роботі, що використовуєте? Да. Конечно, я, щоб прийти к ідеальній рецептурі дитячої серії, наверное, 2 или 3 года її тестировала. Я тоже мама, я понимаю, как довериться сложно, чтобы что-то намазать, это и ты не знаешь состав, ты вроде бы и читаешь, как ты в магазине выбираешь, но ты так с предостережением всегда относишься, это естественно. Минимум ингредиентов, только самого лучшего качества. Когда я прихожу в аптеку, мне там предлагают какую-то маску, я часто покупаю в аптеке масла, эфирные масла, либо заказываю проверенных поставщиков, потому что уже многие годы, то есть есть кому довериться в этом вопросе. Вот маска из Франции, например. Вы у нас такой не найдете. Я говорю, ну, сейчас доступно все, то есть это и Индия, и Китай, и Франция та же, Португалия, то есть с любого куточка. А ви працюєте також із міжнародними, так, постачальниками, чи тільки з вітчизняними виробниками? Так, звісно, і з міжнародними теж, тому що є такі інгредієнти, дуже рідкі, дуже якісні і дорогостоящі, які невозможно приобрести в Україні. Ну, який такий найдорожчий інгредієнт того чи іншого косметичного засобу, який ви виготовляєте власноруч? Ну, это, наверное, пептиды, то есть, которые идут в антиэйдж-средствах, которые может стоить там 2 грамма этого пептида там в плане до 500 гривен. Ну, то есть, навіть это... так, то да. Ціни такі достатньо зашквальні.
А їх добре. Звичайний шматочок мила, так, 100-грамовий, ну, наприклад, візьмемо таку. Скільки йде часу на його виготовлення? Это два разных процесса изготовления. Есть два разных процесса по изготовлению мыла. Я просто навіть, я взагалі, знаєте, я на цьому не розуміюсь, я не можу уявити, як воно вариться, що з ним робиться. Само, да, слово миловарение говорит о том, что мыло варят. Ну, просто есть два процесса. Есть мыло из основы, собственно, такое, как мы изготовили, наше рекордное мыло, да, к которому мы еще вернемся. Это как полуфабрикат. Мы заказываем уже готовое мыло, но оно идет бесцветное. Его можно подкрасить любой цвет, который нам нравится. То есть мы его нарезаем, плавим в микроволновке, либо на водяной бане, либо на газу, ну, вот как вот мы делали, ну, об этом позже. И подкрашиваем, ароматизируем, и можем залить вот данное мыло из основы в любую форму. Вот если знаете, 3D-формочки, там, мишки Тедди, вот это тоже все я делаю, это тоже все можно, там, цветы различные, ну, и так далее. Дизайнерский погляд в цьому все одно присутствует. Оно более пластичное, его можно залить и любить, что, собственно, я и делаю, да, в любую форму. Точно так же, как вот эти вот все малинки. И есть мыло с нуля, которое идет в основном односложное, я также его варю, но это совершенно другой такой алхимический процесс, когда ты составляешь рецепт, вот само название с нуля, то есть рецепт щелочь, масла, ты составляешь, собственно, сам. Это может быть экзотическое мыло, всегда интересно чем-то удивить. Это я варю мыло на вине, шерстяное мыло, шелковое, на верблюжьем молоке. Это очень интересно каждый раз. Я зараз новый рецепт. Здивована. Да, поэтому это более такое, как бы, ценное мыло. Ну, естественно, более дорогостоящий процесс его изготовления, потому что ингредиенты тоже такие. Ну, оно того стоит. Про фестивалі і конкурси, перш ніж ми прийдемо до вашого останнього здобутку, так, в яких конкурсах і фестивалях брали участь і де, можливо, я не знаю, там, змагалися з іншими, так, представницями або представниками такого виду хендмейду? Не можу сказати, що я где-то соревновалась з кем-то. У нас в Україні нет. Кстати, хороша ідея, можна буде організувати какой-то конкурс в Україні. Почему бы и нет? Потому что за рубежом это очень популярно. Это хорошее заработок и также как бы хобби очень увлекательное. Я знаю детей, я провожу мастер-классы для детей также. Были случаи, я знаю, что девочка приходит, очень увлеченно там изготавливает мыло, приходит домой, рассказывает маме, там через какое-то время, через год, например, она тоже ко мне приходит, говорит, после того, как я пришла домой, мама увлеклась, говорит, она все деньги, всю зарплату тратит на мыловарение. То есть это очень увлекательно. Человеки, не пускайте детей на мастер-классы с мыловарением. Пускайте, вот. Да, по поводу конкурсов. Нигде не участвовала, но я имела честь быть экспертом на тоже на телевидении. Ну, то есть моя аккредитация уже мне позволяла. Тестували продукцию, так? Различные рецепты по уходу, то есть, которые можно воссоздать дома. Ну, артишок, вкотре приймаєте участь в цьому фестивалі, взагалі ваше відношення до такого, так, фесту просто неба на відкритому просторі, наскільки він вагомий для криворіжців і, як гадаєте, чи потрібні ось такі заходи взагалі Кривому Рогу? Однозначно. Люблю, обожаю этот фестиваль, принимаю, наверное, или 8-й. Я один раз только пропустила, не участвовала. А так, я уже тоже сторожила этого фестиваля. Очень люблю ребят, организаторов. Именно они меня поддержали. Я говорю, хочу, идеи, да, хочу сделать. Так. Класс, давай. Ну, то есть, никогда не говори нет в таком ключе. Как-то я до этого относилась очень скептически к ярмаркам и фестивалям. Ну, как-то, не знаю, не шло мне. А здесь я поучаствовала, и, ну, это любовь, не знаю. Я не представляю себя без артишок. Все уже знают мое место, где я, где люди. То есть они всегда, это еще отличная возможность увидеться со старыми друзьями, которых ты не видел годами, ну, потому что у всех работа. Либо Кривой Рог, большой город, да, и мы не можем увидеться. А здесь это встреча, вкусная еда, атмосфера. Смотришь, как у других, и у тебя тоже подрастают дети. Ну, это круто. Ну, про саму ідею, звідки вона виникла, можливо, хтось, скажімо так, наштовхнув, так, на ось в тому, щоб заявити свій вироб мистецтва, я не побоюсь цього слова, на рекорд України. Ну, такої ідеї я загорілася ще буде 3 назад, чесно говоря. Тоді ще рекорд составляв не більше 60 кілограм. Ну, як-то я була не готова к этому. Як-то я, мені казалось, це невозможним. Вот в голові мені ще не складывалось, що от
как-то это нереально. У цьому свій час, так? Треба щоб визріла ідея. І потім я думала, ну рекорд, ну хорошо, ну а зачем, собственно? А тут как-то я прониклась проблемой маленькой девочки, собственно, для чего это все и затеялось. Ну, чтобы это не было таким тщеславным событием просто. Да, конечно, я хочу, чтобы об этом узнали все. Прославить наш город, ведь мы все-таки побили рекорд Львова. Так, а це не дуже просто. У меня аж мурашки. Да, поэтому, и плюс, там было односложное мыло. Просто односложно, никаких там... Просто на вагу, да, так? Да, да, да. Просто без дизайнерского формы. Я подумала, ну, собственно, на чем удивить. У меня тоже большая такая линейка вкусного мыла. Угу. И я думаю, какое мыло самое больше пользуется популярностью? Это мыло в виде пирожных. Ну, тоже на мастер-классе детки изготавливают его. И думаю, ну, тогда это будет большой торт. Тысячу малинками, я еще не знала, сколько это будет, даже не представляла себе. Так, и сколько их там? Тысяча одна? Нет, нет, там 2000... Ничего себе. 300... Чуть-чуть не дотянула, ну, до 400. А це правда, до речі, що підходили люди, які приходили на фестиваль та не могли здогадатися про те, що це лежить мило, а не дійсно тістечко. І навіть пробували, хотіли скуштувати. Хотіли попробувати, і діти ходили, облизувались. Ми їх швидко предупреждали, що не стоїть. Вам, звісно, буде вкусно, але не до такої степені, як ви думаєте. Всі думали, що це огромний торт, всі ходили голодні, облизувались і спрашивали, ну, вже розуміли, що це мило, коли вже було заявлено. На что это мыло. Ну, думали, что малинки настоящие. Я объясняла, что нельзя настоящие малинки на мыло, просто оно испортится. Реакция, таком, да, да. Но мы так старались подбирать цвет. Я 2 недели отливала эти малинки. Очень сколько трепетно. Часов взагалі пішло на виготовлено цього ну, вот подготовка 2 недели заняла, а мыло вот мы заливали, ну, наверное, если по времени, то 3 суток беспробудно. Ну, то есть это было очень долго. Кто допомагал в справе? Помогали все, ну, вот уже такое последние такие действия, мы с мамой выкладывали эту малинку, 3 часа мы выкладывали каждую ягодку. Вот, казалось бы, даже изготовить, казалось бы, не так долго, как вот выкладывать. Вот, и дочь моя лила малинки, все помогали, и друзья создавали эту форму, собственно. Пришли очень много людей поддержать, ну, это очень ценно. И очень дорогостоящий процесс, я хочу вам сказать, даже чтобы пригласить ребят, чтобы зафиксировали рекорд, это До стоит. Речі, хто запросив, так, і звідки вот, представники, так, Книги рекордів України дізналися про те, що Кривий Ріг буде представляти ось мило, якщо не помиляються, 84 кілограми. Да, да. Ну, собственно, розкажу, як проходить процедура. На сайті Національного реєстру рекордів ви подаєте заявку на рекорд. Ви пишете, категорию, какую вы хотите заявить, то есть описываете ваш рекорд и так далее и тому подобное. Я, естественно, сначала изучила, какой предыдущий был рекорд на мыло, и свое предложение с эскизом скинула. Ну, я могу сказать, что обычно до 3 недель рассматривают заявку. Мне перезвонили в тот же день. Им очень понравилась эта идея. Да, да, их очень завлекла, они загорелись и рассмотрели. Плюс узнали, кто будут организаторы, где место проведения. А скільки, якщо не секрет, дуже важливий момент, багато коштів вдалося зібрати на благодійність, на допомогу дітям? К сожалению, пока не очень много. То есть, ну, мыло все еще есть, наша цель еще не достигнута, мы все еще его продаем онлайн, вы также можете еще его приобрести, заказать, и часть с продажи средств пойдет на помощь девочке, потому что это очень важно. На цьому ми будемо, на жаль, ставити крапку, я думаю, що обов'язково зараз створю поза студією. Я бажаю вам нових рекордів, нових Спасибо досягнень, большое, і щоб містяни відгукнулися, і ви всі разом змогли допомогти тій дівчинці, яка так потребує допомоги. Благодарю. Я нагадаю телеглядачам, що це був проєкт «Тема дня». Сьогодні говорили про новий рекорд України, а це саме мило, вага якого 84 кілограми, який, до речі, зафіксували минулими вихідними на вже 8-му фестивалі «Артишок». В студії спілкувалися з тією самою людиною, яка зварила мило велетень. Це Анна Терещенко. Ще раз дякую за те, що завітали до студії. В студії працювала Ганна Штонда. Побачимось з вами о 21:30. І ми, як завжди, за традицією, завершимо народною думкою. В последнее время я не слежу за фестивалями, особо времени нет, работы много. И, честно говоря, не очень это интересно, поэтому не слежу. Я был на Еврофесте на Сосгороде. Мне там понравилось, во-первых, у нас народ стал более вежливее, культурнее, отзывчивее. Идешь, зацепил плечом,
говоришь, извините тебе в ответ, извините. И еще, ну, как бы, почаще, чтобы приезжали к нам народные исполнители. Если честно, не посещал фестивали. Мне это неинтересно, обычно другим занят. Я больше люблю концерты, прогулки.